Кажется, София Ротару могла встречаться с криминальным авторитетом Алимжаном Тахтахуновым, более известным по прозвищу Тайванчик. Музыкант Александр Левшин рассказал в передаче «Основано на реальных событиях», что их дружба завязалась в 70-х. Когда Ротару познакомилась с бизнесменом, то он уже имел определенный авторитет в преступном мире. Чтобы сблизиться с Ротару, Тайванчик заглядывал в гримерку к поп-звезде, при себе у бизнесмена почти всегда был букет цветов. Однажды мужчина снял на несколько суток целый ресторан, где отдыхать могли только он и артистка. Журналисты канала НТВ уверяют, что София Михайловна была для Тайванчика любовью всей жизни, он превозносил ее талант, голос и внешность. Когда у бизнесмена появились проблемы с законом, певица публично вступилась за него. Ранее директор Ротару опроверг слухи о лечении артистки от онкологии. Подпишитесь на наш канал.